У нас в программе есть несколько традиций. Одна из них – приглашать в гости всех участников, всех финалистов национального отбора на Евровидение. Она состоится 28 февраля. До этого у нас в студии 12 артистов представят свои конкурсные песни. Первой к нам заглянула в студию Юлия Быкова, солистка группы «Аура». Юля, доброе утро. Доброе утро. Слушай, приятно быть первой, кстати. Да. Я не знаю. Скажи честно, злые языки говорят, что вы изменили все же себе, и вы купили эту песню для Евровидения. Вы что, с ума сошли? Давай переубедимся. Нет, вы знаете, что я как была автором песни, и Евгений Олейник как был автором музыки, а я слов, так всегда оно и было, и так оно всегда и останется, потому что я не исполнитель, я автор и исполнитель, и я пою свои песни, то, что я хочу донести. Вы очередной раз принципиально решили петь песню на белорусском языке? Естественно. И мало того, чтобы петь песню на белорусском языке, на белорусском можно все что угодно спеть, в любом жанре, в любом стиле, можно там и джаз спеть на белорусском и все такое. Я хочу принести какие-то наши традиционные, наши культурные традиции какие-то национальные в наш музыкальный материал. Потому что я считаю, что этой площадкой большой, классный мировой конкурс, да, его смотрят везде. И я считаю, что это не конкурс, кто лучше спародируют шведских там или австрийских или еще исполнителей, а тот конкурс, где нужно представить свое. Вот сейчас, собственно говоря, мы все убедимся. Под каким номером ты будешь выступать? Ты уже знаешь? Под 10-м. Под 10-м номером. Друзья, у вас сейчас будет уникальная возможность услышать замечательную песню. Мы желаем вам прекрасного дня. Пускай сегодня все у вас будет. Ура! Пока! Спевы брать, кому их спевать, коли мы молчим в отказ, кожный справе кожный раз, не хавайте у сердца что. Yeah.